Российский рэпер и предприниматель Тимати преподнес дочери Алисе ювелирное изделие за десятки миллионов рублей. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте. Музыкант опубликовал в соцсети видео, в котором 7-летняя девочка спрашивает, почему он подарил кольцо не ей, а победительнице шоу «Холостяк» Екатерине Сафаровой. Пап, а почему ты именно Кате подарил кольцо, а не мне? Публикация набрала почти 7 миллионов просмотров. Через 3 дня исполнитель поделился новым роликом, в котором показал, что подарил дочери кольцо того же ювелирного бренда Jacob & Co. На размещенных кадрах Алиса открывает синюю коробку с логотипом марки, внутри которой находится кольцо из белого золота с крупным желтым бриллиантом и 2 бриллиантами сбоку. А что с кольцом, готово? Прям вот такой в лоб вопрос. Ну. Спасибо. Ну держи. Ну держи. Да. Давай коробочку. Спасибо. Давай нижнюю коробочку. Так. Покажи. Аккуратненько надо, аккуратненько надо. Доставать его. Давай, помогу тебе. Давай тебе помогу. Так. А где пальчик? Так. Нет, вот этот вот. Вот этот. Ну, опа. Ну как? Ну. Хороший. Что скажешь? Мне нравится. Алис. Но не хуже, чем у Кати? Нет. А я ее кольцо не видела. Отмечается, что ювелирное изделие девочки похоже на кольцо, которое Тимати преподнес Сафаровой в финале шоу. Стоимость аналогического украшения на сайте бренда составляет 22 миллиона рублей.